Мне очень нравится обучение. Елена, вы даете массу информации, очень полезной, очень эффективной. Но остается дело только за нами, чтобы работать, выполнять все домашние задания, и тогда эффект не заставит себя ждать, я в этом абсолютно уверена. Мне очень нравятся занятия, это интенсивно, это живо, это увлекательно. И я вижу даже во время наших занятий, вот те упражнения, которые мы делаем, они уже приносят пользу. Ну а если над этим работать регулярно, как над любой задачей, да, которую мы себе ставим, нужно обучаться, нужно практиковать, и тогда результат будет. Но мне кажется, что результат даже уже есть вот от наших занятий, даже те, которые вот мы проходим с вами, без домашних заданий. Мне не хватает дыхания, когда я какое-то что-то длинное произношу. Вот. Ну и как-то мне говорили, что у меня достаточно монотонный голос, меня это задело, мне захотелось над ним поработать. Мне это нужно для общения с окружающими, с близкими людьми. Мне хочется, чтобы мой голос звучал убедительно, располагающе. И я предполагаю, что я в дальнейшем буду работать с людьми. Мне хочется, чтобы их общение со мной было комфортным.